Че-то. Ну чё там за херня? Ожидание, ожидание. Как принял? Я ДПшу, блять, мастер осада черноплавс. Еще раз. А, это, тебя ждут, походу, аббат. Нажми, готовься. Я принял уже все. Я тоже хочу нормально посидеть, поиграть, а не альтабаться, блядь, туда-обратно. Так, я, короче, попробую. Аватару, наверное. Ура, тут будет и в хаз, блядь, меня нормально. Нет, булбач попробовал, похуй. Надо жрать. Надо. О! Драгонов. Сейчас я. Чего? Телепортнусь из данжа, фласка перепью, а то здесь фласка не пьет, потому что он типа хуже. А там типа лучше. Ну сука, ну блядь, пятый стак. Пятый ёбаный стак. Да народ уже ливый. Ты пишешь, что они все днари? Да. Я это написал после первого вайпа, за что мне написали, что у меня 10к ДПС, и меня сейчас кикнут. Я написал, иди ты нахер. Типа я, короче, пришел одеваться. В итоге меня так и не кикнули. Зато кикнули другого ханта, у которого 30. Зачем у меня здесь просто аргумент. Кто мне объяснит? Я не могу пройти. Рейд заканчивать надо. Да, такой бахим. Погодите-ка, да? Да-да-да, погодите-ка! А там зеленые, смотри. По идее нельзя будет пройти, да? Да, видимо, пока не затащишь. Гол сразу на первого, товарищ. Блин, мне вот не нравится то, что это. Гребаный раш требует рагу. У меня раги нету, блядь, мне надо похилиться, мне тупо нечем похилиться. Походу в крит придется статистически забиваться, что один бюрос стоит справиться. Подожди. Чего? Налево. Я бегу. Не знаю, мне еще пока мультистрайк нравится больше всего. Почему он такой конченый танк прокнул? Я ебал просто. Ну не знаю, мне тот данж не показался трудным. Ну, собственно, мне и другие не показались, но да ладно. Он прикольно. Не, он мне понравился. 4% мастера, what the fuck. Мне он понравился тем, что он типа на открытом воздухе, такой прикольный, хороший. Сейчас, стойте, не пульте, мне надо запулить сейчас. Я пизду, ладно. Тут, а, ну пикай опять по руководству. Ну пикай, блять, он агрит просто по КД. Застанил все это дело. О, подчинение, слышь, я ММК. О-ла-ла-ла. Бей об этом. Там ногой не прикинул. А я другого не понял, у меня теперь на вот этой штучке, которая, типа, знаешь, типа потеря контроля, да? У меня там пишет время в двух местах. Что за говно? Почему у меня пишет время в двух местах? Сейчас, секунду, дайте я разберусь. Интерфейс. Тут отбой. Ты быстро бегай. Ты куда? Так, еще опять в стойку ДД. Смотри, кто МК сдает. Бабы.
себе, да, два. Я, короче, этого босса опять фул в этом, фул дамагена, вы поняли. Рассыпался. Прикольно. Тихо. Вот это прыжок, вот это анимация. Два лям хп, у меня, кстати, не так много. Я думаю, не даром здесь такая большая платформа, не? О, чё? Так, стоп. Я в этом. Я в стойке петуха, если чё. Если кто-то сильно приседает, я вас не подниму. Какой пёс, блядь! Чё там? Так, это мишень. Так, надо выходить из этой штуки. Еще на ком-то что-то висит, и он типа уешь. Но это на Таланде было, сейчас я успел позвонить. Сейчас, по-моему, на мне. Нет, опять на этом. Не, на хере это было. Петух, блядь. От вас такой желтый круг отходит, вот опять от хере. Да если не от Таланда. А, типа зеркало. О, ешка. Сейчас посмотрим, прохилится ли она в ДПСе. Нет? Да, нет. А нет! Прохилилась слот. На сопляк! Ну прохилила! Так, она френдлила. Короче, тут кто-то не отходил и насасывали. Ну я видел, кто это был. Это был все время Херри и Талайан. А зачем мне отходить? Вы сами можете отойти, ёпш. Ага, хуй. Я видел на себе лужу, отошел в сторону, блядь, no problem. Отойти надо не в сторону, а подальше от нас. Ну, как бы... Вы можете отойти от нас. А, во, типа на затрес нет, появился, не можем. Да? Джигуль так какой-то, не знаю. Ну, типа, что-то захват дали? Территории. 100%. Не стану дали. Саргирей. Опять 20 так отвечаю. От последний, да, который открыли, больше нет? Ну там еще зоны открыли, я слышал, 96-й, чё-то. На это пизду. Не знаю, я застанил. О, опять меня еще прокнул двойной этот ход. Вообще двойной ход очень часто прокает. Так, на течет нам с диспелем. Тут, короче, танк нам, знаешь, что пишет в этом сичкрафтере? Пишет, типа, сносите крошера, я соло не могу. Нормально. Но это как бы, в принципе, все время такое в ЛФ. По КД, блядь, просит помочь. Ему постоянно пишут, блядь, да ты идиот, соло. О, обездвиженный, что за херня. Да, я меня притянул. Всех выпинул. Я, кстати, на дефолте уже привык играть, ебать. Вепен леденец старый, помнишь? Тихо, это босс, куда? Это босс, кстати. Это босс, кстати. Дай опять пик из пульта. Так, а этого босса я в хиле. Я успел. Я тоже запрыг. А пик и нет. Ну, делайте правильно. Манспайк сбивается, сейчас я первый сбил. Тихо, вперед, чё это? Не знаю, она сейчас исчезнет, наверное. А нет. Чё-то на меня напали. О, опять появился синий купол. Это типа этого, да? Синий купол появился. Кроме ветров последний. Да.
Так, вот это что за дот вешается, кто посмотреть на таланте? Так, ладно, то я сразу здесь спорил, ладно. Не, это у босса хиле решил подхилить, посмотреть. Чемпионс, но я мисс Аргент, they went this way. На таких какие-то петуха, он постоянно под себя выпить и пулит. Ох, ноу, ох, ноу. Абис, чё он кас, фиксей? Нет. Не хоть резерент. На пике. Не резерент. Фрикси можно просто называть рандомную херню и говорить пик. Потому что постоянно в него что-то все летит. Потому что нас всех считают за милишников. Мне нравится эта пальта. Пускай он тебя догонит, что будет? Арбласт. Я думал, он не сильно, кстати, пизданет. Давайте проверим. А его нет. Еще один какой-то при... Может будет, пика нет. К этим подходить нельзя, они дезерен кидают. Да опять дезерен. Ну это когда вампу вступаешь. Ну блин, зато я хилю только Херри и Талайна. Да еще блин, не я ни себя, ни пики. Ни себя, ни пики, ни транслита, ни хилю, блядь. Тут двух этих хваров. А как нынешний геймбол? Так, блядь, я не знаю. Ебал в рот. В этот данж на челлендж мозга не будет милишников. У дезориент во время вертушки, вы шутите что ли? Да. Опять офигенно ему обилить. Зеленый кубик. А у меня норм. Это можно собирать АОЕ, что считаю. Блять, у меня нет сейчас АОЕ. А где у тебя зеленый кубик? У меня норм, все. На минимум. Карт. А. Там твой зеленый джигурда. И я тоже скажу. Так я... Отойду-ка я вот сюда. Вот тут я буду стоять. Проседать будут все равно только милишники. Так, ладно, короче, сдал все, я не похилим. Ну-ка, зеленый фига, да можешь? Буду сверки пособираю. Собирай. Сейчас сфера и до сих пор спавнится не вокруг просевших людей, а вокруг меня. А, обещали, что будет вокруг просевших людей. Отойдите оттуда. А вот. Азакел. Азазакель. На русском так он называет. Аззакель. Я буду называть его Азазакель. Потому что я так хочу. Если петух спулит опять, блять, минус ЕП сразу. И бог смонит. Мне кажется, пик и пулит уже. Так глупо. Я конце, я чё, ну, гу. Короче, я почему-то думаю, что вот эта тюрьма играет какую-то ключевую роль, она не просто так тут стоит. Вот танки пивы, я отлетел, все нормально. В нем врезаться было. От пики что-то исходит. Пик не наносит мне урон, зачем он меня встал? Пошел вон. Ему прилетит. Он заразил меня. Блять, пик заразил меня. Что происходит? А, вон там он. Это... Короче, на человека вешается дебаф, если он подойдет к другому, либо к нему подойдут. О, ко мне подошли два милишника, я их заразил. А Керри заразил Талайна. Все, мы все в этих дебафах, ну молодцы. Зареньте еще, забыл. Ааа, лжу! Good job, блядь! Хули вы ко мне вообще подошли? Это ты подошел к нам. Идите нахуй, блядь, ко мне не подходите. Я на себя метку сейчас поставлю, блядь. Я буду на лайве, блядь, минусовать тем, кто подходит ко мне на пэйте. У меня резко. А это что такое? Здесь дамажит, да? Непонятно.
Я знаю, то, что меня сейчас летело на пол хп, я минус 90 успел зажать. Куда он делся? Ну этот нет, нормально, блять, он взлетел на 200 хп. А, ну типа смена фазы, да? Но он уже обратно приземлил. Че ваншот на его пошел он нахуй. Дайте рейти. Там мосты должны были появиться, не? Где остался? Здесь какие-то вот появились, да. Тирангу. Типа квестовый чувак на легендарку? Куда пошли? Тут какой-то шадун стоит. Громашев деструктов. Зачем надо было рисовать вот это, чья платформа взлетает? И дурак доминатор. Идите к дураку доминатору. Что происходит вообще? Зиптик. 300к. Дорог доминатор. Дурак доминатор. Дайте рыбу. Должен сбивать, дайте посмотреть, что делать. Хейч, а можно просто тут перепрыгнуть и все, блять, и в рот ебать. Я думаю, так и надо. Сеть телепорт. Не, ну там, видишь, там везде телепорты какие-то, короче, в рот и балбол босса. Это, наверное, убить надо, видишь, слева. Да, ну давай попробуем убить просто босса. Мне кажется, это... Может, это как в Зульгурубе? Типа, если, короче, не убил, то, типа, он, короче, насасан. А если убил, то он лох. Давай попробуем убить, когда он насас. Слышь, насасать? Что? Ну, миллион шестого. Правда, блять, у меня тут вроде чек на сечь крафтере. Такого. Где мне портал, видишь, он поставил? Даже. Ну, он будет телепортоваться. Что он делает? Высасывает. Высасывает чела. Высосал. Теперь он стал другим. Тоже это же касается капитана. Пойду попробую сбить, кстати. Он отхилился. Кас прошел, он отхилился. Не знаю, это связано с тем, что квест прошел или нет. О, милишники стоят в дожде, понятно все. Ты не рот ебал милишников, короче. Ну, фантаст. Он хилился, потому что, наверное, сменил эту фазу. Может быть. Я не читал. О, дождь фикает. Бей его обратно. Че за хи... Пальцем можешь что-то пойти? Зачем? Может, тестим. Да, я мог его убить пальцем. А куда это он? Он ушел просто! Ахаха! Мне кажется, босс недоделанный. Какие три? Да куда надо нахуй? А лут где? Мне кажется, его фаза зависит от этих цветочков наверху, не? Ну, важно. Мы типа одного убили. Можно... А, ну типа с какой стороны? Доги упал. А можно, наверное, вообще всех убить тогда. Что такое 115 в скобочках? Не знаю. Может, это надо... Не знаю, проверю сейчас. А, блять, обратно. Можно сходить еще раз в этот энст и убить всех сверху. Ну гол. Че делать? Я бы сюда еще раз ходил, позарял, что будет, если просто все убить.
Тем более я первого босса убил в стойке журавля. Я хочу теперь попробовать его в стойке хила убить, посмотреть, что там. Там типа рейджи.